Ну что, Масяшечки, мы пришли пообедать в ресторанчик, зашли. Забыла дома расческу, такая лохматая. Но здесь очень-очень классно. Такой ресторанчик. Такой наш столик забронировали мы. Сейчас буду показывать, что будем кушать. Меню. Смотрите, какое зеркало я там. Смотрите, какая люстра. Вообще ресторан. Бомба. Шикарный ресторан. В общем, заказали мы по пицце эти антипасты. Принесли нам водичку мужу пиво. Я пью водичку, вино не хочу. Муж пьет. С Новым годом, Масяшечки. Ну что, принесли нам мартаделлу. Вот такой хлебушек и вот такой соус. Это у нас антипасты. Будем пробовать. Нам приятного. Масяшечки, хлебушек прям горячий. Коме? Боно? Масяшечки, это очень вкусно. Вот эта мартаделла безумно вкусная. Масяшечки, заказала себе пиццу тартуфа. Принесли вот такие порезанные кусочки. Сижу, давлюсь, такая гадость. Муж взял болонезе. Ему понравилось, мне нет. Ну ничего. В общем, паста какая-то очень странная. Ну вот, захотелось мне повыделываться, повыеживаться. Буду давиться. В общем, Масяшечки, вот так я перегомнячила все. Поперерезала, побросала. Ну, не понравилось. На мой вкус вообще непонятное что-то. Сейчас выпьем кофе. И пойдем на рынок покупать мартаделлу. Боже, что-то у меня на волосах. В общем, такая я разочарованная немножечко. Ничего страшного, бывает. В общем, нужно заказывать те блюда, которые ты знаешь, а не выеживаться, как я. Вот так, будет мне наука. Ну, вот такой ресторанчик, Масяшечки. Вот так вот называется этот ресторан. Очень красивый, но не понравилась еда. Так, ну что, идем теперь на рынок за мартаделлой. Будем покупать. Как-то шапку я нацепила неправильно. Что, идем дальше. Гуляем по Болоне. Немножко так, умеда. Влажность, Сашечки. Так вот. Вот оно, Apple витрина. Красивая.